Куда вы летите? Быстрее, чем птицы полет. Скажите, о годы, скажите, что в жизни меня еще ждет. А годы летят, быстро летят, так они быстро летят. О, годы, куда вы летите? Творец положил вам предел. Но разве того Бог желает, чтоб я о прошедшем лишь пел? О, годы, куда вы летите? Нельзя вас назад возвратить. Своей быстротой научите разумным и бережным быть. А годы летят, быстро летят, как они быстро летят. Ох, годы, летите, летите, но только всем сердцем прошу. Любовь, радость людям несите, для добрых дел жить лишь хочу. О, годы, летите, летите, гореньем и светом волны, вы жаждущим всем возвестите о вечной Христовой любви. О, годы летят. Там за мировую катастрофу жертвой стала алая струя. Луна в эфире вечна, как в океане корабли плывут. Когда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты. Господи, о, оживи меня. Или когда они говорили о том, что начинается жатва, они приносили эти первые плоды, и можно говорить, что это был прекрасный праздник, когда они являлись пред лицо Божие. Ты к ним сегодня прикоснулся своей рукой. И я верю, что Дух Святой, Он послушен нам. Когда мы просим Его, Он приходит к нам и делает по нашей просьбе. Аминь. Мне эти обстоятельства не нравятся, и измени их. Если Господу угодно, Он сам их изменит. Придет то время и час, Он изменит твои обстоятельства.
если таковые есть, или не был готов даже, но почувствовал освобождение, и вы желали бы принять участие, поднимите свою руку, и братья подадут вам. В 1999 году. Сегодня Бог дал нам эту возможность дожить до этого времени. Слава Богу! Господь Эммануил, к небу руки вознесем. Слава вы! Гусли 430. Как скоро дни летят вперед, неслышно чередой. Вот день один к концу идет. Вот настает рука, будем петь, стоя, пожалуй. Практический успех по ходатайству Союза, Канадийский библейский колледж. И только благодаря тому, что вы видели, что они хорошо служили, и вы их представили на звание выше. Так написано. Хорошо делай до очи священника. И были виды более тщательны в освящении себя. Thank you.
Thank you.
возлюбленные Господом, как хорошо, что мы сегодня с вами в Доме Божьем. Как хорошо сегодня, что мы с вами служим Господу. Как хорошо сегодня, что дела наши идут вслед за нами, и они придут туда, к престолу Божьей благодати. И в Фессалоникийцам первое послание, 5 глава, 18 стих, говорится так. «За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе». Потому что Господь дал нам чудесный день. Кроме того, что день воскресный, день праздничный, день, в который мы вместе с вами всегда приходим в дом молитвы, на сегодня будет рукоположение наших братьев на диаконское служение в нашей церкви, которая называется New Life Missionary Church.